Так, пока передачи ближнему. В основном без обострения. И вот тут едва не грянул гром во владениях Уилла. Бросок, и шайба поползла вдоль ворот, но так и не заползла в них. Хороший перевод, бросок, Уилл, добивание. И уже партнеры страхуют. Это Потапов принимает бросок на себя. Не зря обращали мы внимание на его коньки. В первом периоде еще бросок. Гол! Хульстрём! Вот это да. Как мы говорили, не самая яркая монетка в кошельке Ильи Петровича Воробьева, но, тем не менее, в большинстве Хульстрём полезен. И вот эта польза сейчас так и прёт.